Бийчане попали в книгу рекордов Гиннесса. Муниципальный духовой оркестр Наукограда исполнил гимн России в составе 181 оркестра и 200 хоров со всей страны. Музыканты Бийского оркестра приняли участие в грандиозном мероприятии. Такого в истории еще не было. В Санкт-Петербурге отметили 75-летие мелодии гимна России. 8907 человек синхронно исполняли главную песню нашей страны. Музыканты Бийского оркестра играли на саксофонах, трубах и тромбонах. Добавим, что уникальное событие произошло на спортивной арене, где в общей сложности вместе со зрителями собралось около 40 тысяч человек. Мировое достижение зафиксировала официальный судья книги рекордов Гиннесса Люсия Синегальези.